8, 9, 10. Выпрямляй полностью колени. Под строгими и внимательными взглядами тренеров по физподготовке 34 игрока нижегородской молодежной команды «Чайка» приступили к первым предсезонным тренировкам. Хотя тренировками эти занятия можно назвать с большой натяжкой. Это скорее тестовые упражнения. Хочешь не хочешь, но будь добр выполнить приседания со штангой, становую тягу, жим штанги лежа и сделай упражнения на пресс. Все подходы строго регламентированы. Например, вес штанги рассчитывается от собственной массы хоккеиста. И пусть до старта нового сезона молодежной хоккейной лиги еще много времени, готовиться надо уже сегодня, чтобы во время чемпионата избежать ненужных травм, а каждому из игроков разработать индивидуальную тренировочную программу. Кому-то добавить в силе ног, кому-то добавить в силе рук, кому-то, значит, подкачать пресс. То есть именно мы эти тесты проводим, посмотреть, какая физическая подготовка на данный момент у каждого хоккеиста. Упражнения в тренажерном зале хоккеисты «Чайки» совмещают с игровыми занятиями в зале. А уже начиная с 7 июля наша молодежка приступит к тренировкам на льду Дворца спорта имени Коноваленко. А еще впереди их ждет любимый, в кавычках, тест Купера. И это, кстати, касается не только «Чайки». С этого сезона в структуре «Торпедо» появилась еще одна команда, которую составили из игроков 1997-1998 года рождения. Эта команда будет защищать цвета нашей области в первенстве новоиспеченной юниорской хоккейной лиги. Григорий Ожигин совместно с пресс-службой «Торпедо». Объективно, спорт, ННТВ.